собаки и те у нас шарят. Гляньте, это горная вода с родника. Собака прибежала, у нее сушняк замучал лютый. Ля, малая, присушила, ля, холодная. Это ледяная вода горная, лянь. Да поди в море окунись, малая. Хорошая, с ошейником. Класс, да? Ля, в ледяной воде. А вот знает же, да, что здесь холодная вода. Видимо, не первый раз пришла сюда. И именно в ледяной воде. Вот там вот в море, куда впадает этот ручей, там еще один есть. Вода прям 23. Отходит чуть в сторону, все, 25-26. Ну как тебе? Как тебе? Водичка холодная? Освежила? Правильно. Иди в море, там потеплей. Ля, хвост весь мокрый, машет, брыжет. Ай! Короче, ребятушки, отлично, мы сегодня встретили рассвет. Семиизи, благодаря Андрею. Вон он сап, на котором мы катались. Ты что, со мной теперь? Саня Прохоров. Вот он любит четверку. Андрюха. Два сапа, на котором мы катались. И его. О, ВН, это кто? Ну, неважно. Так. Люди потихонечку кучкуются, все уже на пляже. Сейчас мы пойдем нырять, померяем вам температурку воды. 17 августа, год по-прежнему, 24-й. И мы второй день подряд в Семиизи. Ну, сегодня было особенно круто. Надеюсь, вам понравился вид на гору Кошку на рассвете. И вокруг Дивы мы тоже ходили. Дебют на сапе удался. Я ни разу не перевернулся, даже стоя. А все хотели, чтобы я упал. А нетушки, фигушки. Ну, гляньте, запорожцы тут тоже есть. Жигули. Волга 24 в оригинале. Ля, ля, диски. Сука, огонь, да? В оригинале, прикиньте. Кто-то ее любит, жуть. Кожаный белый салон, прикинь. Вот это капец. Кто-то ее любит, глянь. Очень сильно. Так, ну парковка платная, помните все. И люди потихоньку кучкуются. Ну мы сейчас пойдем туда, где фрегат. И поныряем в часах. Спасибо всем за просмотры. Оставайтесь на связи. Мира и добра. Люди потихоньку уже идут.